Компания Remington производит большой ассортимент туристического и охотничьего снаряжения, в том числе и различные варианты одежды. Например, в данном обзоре рассмотрим некоторые типы головных уборов, а точнее охотничьи кепки Remington. Например, у меня сейчас кепка Transformer зеленого цвета. У кепки жесткий, довольно длинный козырек, который защитит от солнца. Все эти элементы, которые держатся на кнопках и можно снять, могут исполнять как роль маскировки, также создавать дополнительную защиту от насекомых или от дождя, или же защищать, например, от песка какую-то пыльную бурю. Следующий вариант — это уже обычный тип кепки с расцветкой камуфляж типа камыш. Впереди имеется логотип R Remington. В задней части можно на липучке регулировать. Кепки бывают различных размеров, но если она чуть-чуть большая, то можно подрегулировать размер. В задней части имеется также логотип Remington. Еще один вариант — это кепка Remington охотничья сигнальная. Также расцветка камуфляж камыш. У данного варианта уже имеется такой ободок для того, чтобы можно было закрывать уши. Такая кепка и теплее, и слегка защищает уши от звука выстрела. Данный вариант кепки называется сигнальный, потому что имеется двойное дно, и можно превратить кепку в вот такой сигнальный вариант, например, для загонной охоты. Можно использовать в том числе и не только для охоты, например, для рыбалки. Например, для спиннингистов, рыбаков. Есть еще один вариант, который в каталоге носит название шапка флисовая, маска с козырьком. Но по сути это тоже кепка, только она уже выполнена в виде маски, где имеется тоже отверстие для глаз. Поэтому данный вариант кепки можно использовать тоже как маскировочный вариант. Или как более такой утепленный вариант кепки.